Можно и стрелять, но там всего пара этих уязвимых точек. Не факт, что хватит открытых участков. Надо, короче, чтобы два поливали, а два прикрывали. От всякого дерьма. А сейчас уже можно так просто херачить, нет? По-моему, да. Можно, но там урона почти не идет. А, все-таки надо поливать, да? Ну, ты поливаешь, снимаешь один слой брони, там появляется уязвимая точка, ты ее сносишь. Обычными пулями, да? И... Да-да-да. И наносится огромный урон ему. А-а-а, ты вот оно ж как. Можно и так стрелять, но урона почти нет. Да скач какой.